Накануне вечером на остановке аэропорт местных линий у автобуса загорелось колесо. По всей видимости, у машины заклинили тормозные колодки, отчего и произошло возгорание. До прибытия пожарных очаг пытались загасить снегом. Как отметил автор ролика, во время ЧП мимо проехало несколько автобусов, но никто из водителей не остановился помочь коллеге, попавшему в беду. Может, огнетушитель пожалели, а может, не захотели выбиваться из графика. За то время, пока стояли и пытались потушить сами, ни одна машина не остановилась.